Друзья, рада вас видеть. Важное объявление. Начинается набор в мою группу Keto Light Маши Тафье «Интенсив. Все секреты». Старт 18 сентября. Продолжительность 2 недели. Стоимость 12 тысяч рублей. Ссылка на программу и промокод на скидку внизу в описании под видео. Приглашаю вас, научу вас худеть без голода и подсчета калорий, получать отличные результаты. Друзья, сегодня я вам покажу, что мы будем готовить и есть на программе. Я взяла 20 грамм сливочного масла и отправляю его в микроволновку. Мне также понадобятся 4 яйца. Добавляю к ним масло, которое у меня растопилось. Добавляю 140 грамм творожного сыра и 1 столовую ложку с горочкой льняной муки. У меня вот такая. Если ее нет, можно заменить псиллиумом или чайной ложкой ксантановой камеди. Это загустители. Все взбиваю миксером 3-4 минутки и выпекаю. Выпекать кето-блины – это особое искусство. Во-первых, надо дождаться, чтобы сковорода очень хорошо прогрелась. Во-вторых, наливаем блинчик не тонкий и не толстый, где-то около 1 миллиметра. И переворачиваем очень-очень аккуратно. Сначала с краешку отсоединяем аккуратно блинчик и потом только переворачиваем. Также аккуратно снимаем, вам понадобится приноровиться, потому что эти блинчики хрупкие, но когда они обжарены с двух сторон и когда немножко остыли, они уже получаются очень такими хорошими, вот посмотрите, упругими, гнутся, складываются, в общем, есть одно удовольствие. Этим мы сейчас и займемся. Блинчики у нас будут на завтрак сладкие. Делаю к ним соус. Взяла жирную 30% сметану. Не найдете, берите 20%. Добавила по вкусу эритрит, пудру эритрита, чтобы было сладко. Выкладываю блинчики, они очень сытные. Друзья, можете съесть 1, 2, 3, пока не наедитесь. Поливаю их своей сладкой сметаной, добавляю ягоды, украшаю мятой. Завтрак готов. Очень вкусно и сытно. Попробуйте обязательно, уверена, вам понравится. Блинчики тонкие, можно их использовать по-разному. На обед мы сделаем эти же блинчики фаршированные. У меня как раз остались 4 штучки. У нас будут блинчики жульен. Что я кладу в начинку? Я кладу курицу, жареные шампиньоны, сыр моцарелла и майонез. И все хорошо перемешиваю. Все ингредиенты будут внизу в описании. Итак, у меня 4 блинчика. Я поделила начинку на 4 части. Заворачиваю и отправляю на сковородку, чтобы их хорошо прогреть перед подачей, чтобы начинка расплавилась. Можно сделать это в микроволновке. Просто 1 минутку все блинчики прогреть. Завернула, положила. Начинка универсальная. Складывать блинчики можно так, как вам нравится. Итак, перевернула, накрыла крышечкой. Готовила, ну, около 3 минут на сковородке и подаю на стол салат, огурец, помидор и 2 блинчика. Еще 2 у меня остались на ужин, или можно угостить супруга, если он у вас тоже на кето или любит вот такие вот блюда. Сами видите, блинчики просто конфетка, а не блинчики. Часто спрашиваете, что можно на десерт. Орехи, ягоды, шоколад без сахара на стевии или эритрите. Итак, готовим ужин. Очень хочу показать вам, какой еще классный рецепт можно сделать с такой же начинкой жульен. Я отправила перец в духовку на 15 минут, сама делаю начинку. Все то же самое, что днем, только взяла побольше, по 100 грамм курицы, жареных грибов, сыра. Плюс добавила чеснок и зелень. Заправляю майонезом, все хорошо перемешиваю. Ароматная очень у меня получилась начинка за счет зелени и практически
теоретически это готовый салат, можно есть прямо так, добавить, например, огурчика. Итак, я достала перец, перевернула его, да, чтобы такие лодочки у меня получились, выложила всю начинку и сверху посыпала моцареллой. Я немножко ее оставила как раз для этого. Все, отправляю в свой аэрогриль и еще на 15 минут, чтобы все запеклось. Все готово. Кладу перчики, можно 2 штучки, можно 3 штучки, можно 4 штучки. Доешьте сколько хотите, друзья. Это не тот рацион, на котором надо себя ограничивать. Спасибо, что смотрели. Поддержите меня лайком и жду вас у себя на программе.